заказала посылку, порошки, блески на сайте мыла Опт. Делаю распаковку для участия в конкурсе. Вот принесла посылочку с новой почты. Вот такая вот упаковка, все тщательно упаковано. Сейчас буду делать распаковку товара. Заказывала наложенным платежом. Вот. Только принесла. Очень интересно, что мы там получим. Вот так вот. Вот, вот это вот накладные. Это мой заказ на 916 гривен. Все позиции расписаны. Вот, блески рассортированы по пакетикам. Ну, начнем с первого. Так. Ну, мы его долго развязывать не будем, я его просто порву. Вот, вот такой красивый глиттер, крупный. 0,5 миллиметров, золотой. Так, следующий голографический. Он более мелкий. И обычный золотой. Очень красиво, все блестит. Черный заказывала. Потом белый мерцающее сияние. Он с серебряным блеском. Две штуки заказывала. Так, красное мерцающее сияние. В пакетиках, здесь в пакетиках. Так, смотрим, что во второй. Так, вот обычный белый блеск. Также его заказывала. Вот такой белый Bright Silver. Это, наверное, я заказывала просто... Я всех белых по два заказывала. В общем, вот такой один белый. Это обычный сахарный. Так, вот такие звездочки. Два пакетика заказала. Потом, ага, не два, а три. Так, это все белый, просто он расфасован. Остальные 50 грамм расфасованы по 10 грамм. Вот, это все они. Так, что следующее? Сначала с блесками. Вот также белый второй обычный. Так, и еще должен быть. Должны быть белые. Вот они все. Так, вот такой вот красивый. Так, теперь голографический. Серебряный я заказывала двух размеров. Вот это один размер. Один миллиметр. А также меленький. Мелкий. Вот также они расфасованы в пакетиках по 10 грамм. Вот. Потом серебро мерцающее сияние. Также расфасованы по пакетикам. Вот это все оно. Это белый. Так, остальное это меленькие стирочки. Перламутры бордовые, голубой. Вот я буду поближе показывать. Так, это серебряные. Зеленые мелкие перламутры. Так, черные. И золотые. Вот, сейчас покажу, какие они. Вблизи. Вот. Вот такие вот они. Мелкие. Перламутровые. Как мука консистенции. Так, это черный. И также к черному. Так, несколько серебряных заказывала. И жемчужных. Так, это жемчужные и серебряные.
А также это, наверное, был подарок, неоновый, желтый, потому что его я не заказывала. Спасибо. Так, это обычное серебро, мерцающее сияние. Также заказывала баночки. Это для кремов. Для емкости. Вот, побольше и поменьше. Вот такие вот. Посылочку получила. Товаром довольна. Так, смотрю на глаз, вроде бы все должно быть в порядке, все должно быть совпадать. Попозже сравню с накладной, но я думаю, проблем не должно возникнуть. Всем советую этот магазин. Делаю здесь покупки уже не первый раз. Очень довольна товаром, ценами, бесплатная доставка. Вот. Спасибо за внимание. Всем пока!